Приехали мы в Тульскую область, Атуевский район. Привез нас товарищ, знаменитый. Какие места, конечно. Попробовал колебалки, выбирая резину, пока результата никакого. Был один выход небольшой, щучий, ну маленькая совсем, может грамм 300, не больше. И все, стали лагерем. Ветер чувствуется боковой сильный. Далее лагерем попробуем. Сейчас у нас 7, начало октября месяца. Активизироваться, но на данный момент пока ничего не заметно. Места классные, конечно. Есть незначительное присутствие рыбаков. Выражается это в виде найденной мной упаковки из поплавков титановых. Ну, в принципе, все. Места довольно-таки чистые. Интересные вот такие распады, сопки, бугры, просто очень большие овраги, что здесь до этого было неизвестно. Очень много дорог, проезженных на внедорожнике, на тракторах. Вот, вот одна замена присутствия человека. Под пиво, люди ездят, ловят. Встретили рыбачка, с ним поговорили. Он сказал, что поймал одного кушка. Рано 300, может, небольшого. Ловил на резину. По крайней мере, у него было это все. Присутствовал на спиннинге. Посоветовали нам именно вот это вот место. Сейчас я выйду. Сниму его поподробнее. Небольшая коряжка. Вот здесь карманчик. Казалось бы, да? Небольшой овраг, складка местности, естественно, стали здесь палаткой. Ловить будем, товарищ пообещал привезти живца. Будем пробовать ловить на живца, надеюсь, если получится. Взяли мы. О, классно, как красиво. И палаточка наша. Стали на живца. Поехал товарищ за живцом. Надеюсь, снабдит нас данным редким и качественным. Палатка у нас молниеная, конечно, блин. Тут глубина, наверное, врага, прям, я не знаю, метров, наверное, 15. Так особо не видно. Везде вдоль поля растут вот такие вот кусты у нас боярышника. Вот. Потому что все усеяно, масса, очень много следов. Пасутся. Там у нас уже поселение. Заборчик какой-то. Не знаю, люди, может, живут, не живут. Хотя присутствие человеческое
слышится, доносятся до нас крики петухов и так далее, тому подобное. Вот. Сейчас пока решил устроить перекур. Время у нас 3 часа дня. Так думаю, часов до 5, до 5:30 имеет смысл пока подождать. И потом дальше продолжим уже ловить и пытаться ловить. Хотя бы отдохнул. Места довольно-таки специфические, в таких местах я еще ловил. Не в этом районе. В Туле ловил, но в других районах здесь не был никогда. Интересно, конечно. Рыба есть. Буквально при выходе на малька. Выходит, бьет ветер северный, порывистый, приходится вешать довольно-таки тяжелые насадки от 15 до 18-20 грамм. Вот блесну поставил, прокидал, попробовал, пока ничего у меня не получилось. 18 грамм блесна тяжелая, но ветер сильный. Что-то играется у нас. Чуть-чуть попозже продолжим запись.